Вот, смотрите, наступила зима сегодня, 18 числа, среду. Смотрите, как идет шуга по реке. Кури все замерзли. Вон шуга идет, лед несет, снег идет. Ну, для охоты, конечно, ждем, не дождемся этот день. Видите как? О! Ну а мы начали охоту уже. Вчерась капканы выставлял. А сегодня снег пошел как раз. Видите, как идет снег. Лед идет, шугу. Эту шугу мы всегда... Вон мотор, видите, поставил на зиму уже. Потащу на Сылгылыр. Закрыл его. И все вот лодки закрыты у меня, перевернуты. Сейчас будем ждать зиму. Мороз обещает 20-го у нас по интернету. По рации все говорят, что мороз пойдет 20 числа. Вон наше все в снегу. Дом в снегу. Посмотрите. Ну, для охотника, конечно, это очень приятно, когда снег идет. Снег уже 30 сантиметров снегу выпало, посмотрите. Э, 30, говорю, 3 сантиметра снегу выпало. Это с утра вот снег только повалил. Сети я уже снял, хоть и рыбалку открыли, пошла шуга, сети ставить негде, кури замерзли. А вон Сылгылыр тоже замерз. Курун, ездил на Курун, а он стоит уже, речка замерзла. Вот видите. Вот посмотрите. Лодку на зимнюю стоянку поставил, закрыл ее пленкой уже. Смотрите, мотор, 3 сантиметра снега уже лежит на ней. Отъездили на ныне, уже бураны начал ремонтировать, квадроцикл. Посмотрите, как все замотано. Ну, здравствуй, зима, зимушка, зима долгожданная для охотников. С 15-го охоту открыли, поэтому все уже начали заряжаться, готовиться. Наживу заготовил я, конечно. Правда, она замерзла. Налимов наловил. Вот нажива лежит, вот они налимы лежат, окуня. Это все на будущие капканы сейчас заряжать буду. Засыпало все, 3 сантиметра снегу. Лодка вся в снегу, видите, как. Вторая лодка тоже вся в снегу вон стоит. Это маленькая лодка, на которую я буду сейчас ездить, переплавляться на ту сторону. Шугу на мотор какие-то не буду ездить, никуда не проехать. Ну-ка, вон посмотрите,
Вот такие окуня на наживу, которые вот посмотрите, дров уже начал возить, вон кучу сырых навозил, вот это тоже завозил еще в том году дровишки. Дрова сейчас ничего не боимся, напилили, только возить осталось. Вот буран, нарта бурановская моя, навозил, куда загрузил дров. Видите, сколько снега, вот снег уже был чуть-чуть утром, а сейчас вообще я иду, вот посмотрите, следы с утра это навалило. Вон снега. Зима диктует свои условия, конечно. Вон крыша вся в снегу, зимний снег выпал на зиму. Ну, наступила зима. Смотрите наши фильмы, подписывайтесь, как зима у нас настает. Видите? Вон у меня стоит бравик, а бураны стоят в гараже, потому что они работают, дрова возят.